Всем привет, с вами Стив Про, и сегодня покажу вам Minecraft Pocket Edition 0.12.3. Но это хэллоуинская версия. Разработчики выпустили ее специально для нас, и здесь нам добавили новый, так сказать, скинпак. Давайте зайдем в настройки и это посмотрим. Заходим в настройки своего скина и видим новый раздел. Здесь у нас написано костюмы на Хэллоуин. Вот есть такие разные наряды. Костюм зомби, костюм железного голема. Костюм Крипера, костюм коровы, костюм Эндера. Ну, костюм Эндера очень классно смотрится. Костюм Гаста как-то более страшный. Так, вот у меня уже разряжается планшет, но давайте пойдем дальше. Вот, кстати, еще новое нововведение. Теперь вот этой кнопкой «Играть» будет как бы выражено белым цветом. Но здесь нам ничего не изменили. Исправили только баги. Может, даже наоборот, добавили баги. Вот такой баг еще, кубик черный. Видите, в настройках у меня все время почему-то. Необъяснимо. Ну что ж, какие-то все остался тем же. Ничего нового. Баг с головами, к сожалению, не убрали. Вот она большая, как видите. Но зато убрали баг с приседанием. Как видите, теперь мы приседаем, и это очень сильно заметно. А раньше, когда мы приседали, это не было заметно. Так что некоторые баги все-таки исправляют. Но вот этот баг все длится с самого первого билда Майнкрафта. Вот все, факел нормально. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.